Карагандинской области появится 7 многоквартирных домов и 3 социально значимых объекта, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Планирует местный акимат сдать их уже в этом году. Когда будут отмечать новоселье по-карагандински, в материале Нурила Туржан. Начальник управления строительства Карагандинской области Самат Мурзатаев отмечает, что в этом году уже виден результат стартовой программы «Доступное жилье 2020». Таким образом делаются первые шаги в сдаче объектов. 4 многоэтажных дома будет планировано запустить сдачи в этом году в городе Караганде в областном центре. Это 2 новых реконструируемых 5-этажных дома для молодых семей. И завершение строительства многоэтажного жилья по системе кредитования через Жилстройсбербанк. Аналогично по городу Караганде завершается сегодня строительство по программе занятости 2020 «Энергоэффективный дом». В текущем году социально значимые объекты будут введены и в других регионах области. Это многоквартирные жилые дома в городах Балхаш, Сатпаев, Шахтинск и Жанаркинском районе. По словам главного строителя области, из объектов спортсооружений имеется несколько проектов. Однако в этом году сдаваться будет только спортивный зал в средней школе села Корой Нуринского района. А вот дети 14-го микрорайона сетуют, что у них во дворе нет футбольного поля. Вот построили бы нам футбольное поле, чтобы мы во дворе могли играть. Вместе с тем намечено благоустройство 2 скверов по улице Ипподромная и у дома культуры Нового Майкудука. Нурила Туржан, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.